Запрет в определенных местах. Вот этот закон оценивался ли? Нет, смотрите. Если нет, то почему? Ну, а, собственно говоря, вы можете это сделать. Вы можете, если вы считаете, что ваши права, там, как человека, который курит, этим законом ограничиваются, вы можете пойти в суд и довести свою правоту в суде. И это, понимаете, очень хороший ответ, но все ж таки... Не, ну он такой, какой он есть, потому что если вы посмотрите на этот закон и вот и совершенно вот вы ответили как бы уже даже вот почти прения у нас произошли. Я сама курю, я вас очень хорошо понимаю, но я как бы не считаю, что этот закон, что он хорошо. Всецело, он дискриминационный по отношению к этой группе. Ну нет, вот... А 17 практике, миллионов это маленькая это группа большая, граждан это Украины? Это большая, это очень большая группа. Курить-то разрешают, я разрешаю. Давайте мы заслуживаемся, мы дуже эмоциональны. Можно этим заняться? Вы считаете, что необходимо дискриминировать 17 миллионов граждан Украины? Это не актуально, да? Ми нас гроші будемо тільки розуміти. Це ваші питання. Прошу, ваше запитання, тільки представте.